Автобусы, бывшие в употреблении, которые Москва подарила Петрозаводску, кажется, не выдерживают карельского климата. Речь о них зашла на сегодняшней сессии законодательного собрания. Парламентарии заинтересовались судьбой столичного подарка. Заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики заявил, что автобусы планируют использовать на пригородных маршрутах. Несколько машин уже работают, но возникает ряд сложностей. Автобусы на линию выходят, но довольно часто ломаются. Поэтому и связано это особенно сложно с морозами. Морозы они ломаются еще быстрее. Тем не менее, заверил Кондрашин, к летнему периоду автобусы запустят на пригород. Вероятно, до следующей зимы.